Видео не является призывом действий. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Рола Морозов. И сегодняшним коротким видео покажу, как вывести Jump токены в доллары. Что, как тут зарабатывать, говорить никому ничего уже не буду. 100 раз показывал своих видео и повторяться не собираюсь. Единственное, кто еще не хонигейны, ссылку оставлю в описании. Просто зарегистрируйтесь, загружаем аппликацию, то есть такую зужу, и все, заработок идет в автоматические режимы. После этого переключаем переключатель на Jump токены, то есть в том случае мы будем получать монеты Jump. Так, успешно я, конечно, закрыл свой MetaMask, поставлю на паузу, попробую, могу ли достать его. Так, MetaMask спрятал, вот так, подвинусь чуть-чуть браузер. Откроем MetaMask, потому что он нам понадобится. И давай просто расширим его, развернуть MetaMask, тогда будет удобнее снимать видео. Так, собственно, переключились на Jump токен. Что надо делать дальше? Просто нажимаем, чтобы пойдем на Jump токен дашборд, и тут видно наши заработанные Jump токены. Почему я именно сегодня решил их поменять? Ну, смотрите, что монета идет чуть-чуть против графика. То есть Jump токен в данный момент повышается в цене. Я всегда смотрю, когда он хоть чуть-чуть повышается в цене, нету смысла его продавать здесь, если могу его продавать здесь. Логично? Да, логично. Так, идем обратно на Jump токен, и видите, тут такой значок, просто нажимаем на нее, и у меня набрался, ну, $5, мало-немного, абсолютно без вложения и на фоновом режиме. Просто нажимаю вывести, тут показывает, на какой сеть, у меня уже выбрано, естественно, Binance Smart Chain, и нажимаю вывод. Тут снимается маленькая комиссия, но снимается из наших же токенов. То есть отдельно мы платить ничего не должны. Вот тут из этого $5 снимаются те самые токены. Так, посмотрим, появились ли они у меня или еще нет. Что-то даже не могу найти. Ага, видите, уже они у меня появились. Что делаем дальше? Смотрите, у меня сейчас $2.70. Просто нажимаем на токен. Вот так нажимаем. Открывается отдельная страница. И тут же я выбираю обмен. Я никогда не иду там на биржу менять. Вы можете это делать, но я не делаю. Выбираю доллары. Тут выбираю максимальное количество Jump токенов. Хочу поменять. Но для этого операция должны быть на MetaMask BNB-шки для подтверждения, как это говорится, транзакции. Но это всего лишь на 26 центов. В принципе, можете сразу поменять и на BNB, и тогда вроде бы, ну, вы увеличите свои BNB. Смотрите, все, транзакция сделана, закрываем, и уже сейчас у меня $7 вместо $2. Так, друзья, вот так быстро и просто мы, во-первых, зарабатываем. Ладно, тут мы зарабатываем их не быстро, но просто. Что кто-то думает, что это $5 у меня накапал за один день, абсолютно нет. Ну, там идет, ну, предельно, ну, месяца, наверное, чтобы это $5 накапал бы. Ну, и вот так уже просто поменяем, как видели. Ничего сложного там, по-моему, нету. Так что, друзья, если это видео было вам полезно, ставим лайк, подпишемся на мой канал. Если вы еще не хонигейны, ссылка в описании. Переключайтесь на Jump токен, либо вот зарабатывайте биткоин, если хотите оставить на обычный хонигейн. Почему я зарабатываю еще Jump токен? Тут дается 20%, как сказать, подарок, если мы именно зарабатываем Jump токенов. Так что, друзья, как-то так. Ссылка в описании. Загружаем себе эту зужу и начинается автоматический заработок. Друзья, зарабатываем честно и, главное, быстро. Всем пока!